Зашкаливающий за 30 столбик термометра не оставляет шансов на прохладу даже в тени. Спасение вода. Как итог, статистика свода прошлой недели зашкаливает вместе со столбиком термометра. Отмечен почти двукратный рост числа происшествий. Наиболее трагичным оказалось завершение недели. Если за 5 будних дней в стране утонуло 10 человек, то за 2 выходных зарегистрировано 25 несчастных случаев. Наибольшее число отмечено в Минской и Брестской областях. К счастью, Мозырь и район в сводках о свода не упоминались. Только за прошедшую неделю утонуло на территории республики 35 человек, в том числе 2 несовершеннолетних ребенка. Поэтому наша организация призывает население города и гостей нашего города соблюдать элементарные правила поведения на воде, быть бдительными, не употреблять алкогольные напитки на воде, потому что 70% несчастных случаев приводит к утоплению от алкоголя, и не оставлять без присмотра своих несовершеннолетних детей. Профилактика и постоянный контроль. Благодаря бдительности спасателей на Мозырщине удалось предотвратить несколько ЧП. Причем одно из них вновь с участием водного транспорта. В районе автомобильного моста, значит, переоборудованный катер. Количество 6 человек присутствовало на катере, значит, пассажиров. Они катались, там, значит, так называемую плюшку возили за собой, водный аттракцион. Ну и было, так как лодка была переоборудована, там произошло возгорание топливного бака. Значит, наши сотрудники тушили этот катер, эвакуировали людей с этого катера. То есть у нас, ну, закончилось, там одному человеку оказали медицинскую помощь, а, скажем так, без жертв закончилась трагедия. Ну и пресекались, предупреждались люди, несовершеннолетние дети задерживались на водоеме без родителей. То есть эти все, скажем так, случаи могли закончиться и плачевно, не будь на месте спасателей. Вода ошибок не прощает, впрочем, как и беспечности. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают – берегите себя, ведь жизнь, она одна. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».